Активисты волонтерского центра «Единой России» и Общероссийского народного фронта ежедневно оказывают помощь гражданам в связи с пандемией коронавируса. Ключевым направлением их работы является адресная помощь, прежде всего пенсионерам, инвалидам, многодетным. Так, бригада волонтеров оперативно приобрела и доставила необходимые продукты по заранее согласованным спискам и комплект лекарств 5 семьям из деревни Ликино. Если вам необходима помощь, звоните на горячую линию соцзащиты.